Валентинки сегодня дарили и в городском отделе ЗАГС. Официально зарегистрировать свои отношения в День Святого Валентина в Ноябрьске пожелали 15 пар. И несмотря на то, что сегодня четверг, регистрации прошли по всем правилам. С торжественными речами, напутственными словами и, конечно, поздравлениями родных и близких. Сами молодожены признаются, что 14 февраля выбрали не случайно, ведь по преданиям свадьба в День Святого Валентина сулит вечную любовь и верность, а воздух в этот день просто пропитан нежностью и счастьем.